На Первом канале продолжается повторный показ военного сериала «По законам военного времени», третий сезон, и уже известно, чем закончится эта история. Что же будет в новых сериях? Пятая серия. Убита София, соседка Рокотова и Елагиной. Женщина была шифровальщицей штаба округа. Осмотр места преступления выявляет, что у убитой пропали дорогое кольцо и планшет с секретными документами. Звягинов вызывает Елагину к себе и отчитывает за то, что она не сообщила об убийстве радистки, ведь на днях был запеленгован немецкий радиосигнал. Степанов сообщает Рокотову о свидетельнице, у которой есть информация о мужчине, от которого в ночь убийства возвращалась София. Теперь под подозрение попадает начальник девушки, полковник Крепкий. Шестая серия. Беспризорник Сан Саныч, видевший нападавшего на Софию, не опознает в полковнике крепкого убийцу. Сан Саныч передает Елагиной бумаги из планшета радистки. Они оказываются немецкими шифровками. Капитан Горшков из шифровальной службы вспоминает, где видел человека, которого ищет следствие. И тем самым Елагина попадает в смертельную западню. Седьмая серия. Ночью убитый ограблен морской патруль. Рокотов предполагает, что документы и форма нужны бандитам для какого-то конкретного дела. В порту от капитана-лейтенанта Зиминой Рокотов узнает, что машина в сопровождении морского патруля везет в порт золота Тарксина. В назначенное время патруль не выходит на связь. Бланк сообщает Елагина и Рокотову, что знает, кто такой товарищ Ворон, который выдал немцам подпольную комсомольную ячейку. Заключительная восьмая серия. Пока Рокотов и Елагина занимались расследованиями, Звягинов искал пропавший архив ФХО. Рокотов приходит к выводу, что по характерному почерку убийства Малышева, морского патруля, связного Авдеева, это дело рук одного человека. На допросе Тюбик сообщает, что в катакомбах находится банда, ее главарь – немецкий агент Иона. Рокотов, Елагина и Звягинов вместе с проводником Бланком и Зиминой отправляются в катакомбы. Премьера новых серий состоится с 22 июня на Первом канале. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.